5 файлов. Так. Здесь у нас тоже. Явно где-то здесь есть файл. Да, один. А, точно, точно. Помню это место. Сейчас надо будет быстренько воспользоваться бета-рангом нашим проблемам. Отлично, попали. Да, мой карди сихал еще один лежит, который я тоже мог бы взять в прошлый раз. Если, конечно, бы внимательно бы смотрел. Так, отлично, едем дальше. Идем дальше на поиски приключений. Так, посмотрим-ка. Здесь еще один файл есть. Так, здесь еще 3 файла вижу. Так, и все. 3 файла еще. Где-то не нашел. Да, 3 файла осталось еще найти. Да вообще мог взять, конечно, файл заранее взять. Как и говорилось, внимательнее все делал. Так, ладно, идем дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Так, файл где-то за той дверью. Так, здесь я все убрал. Да, вот здесь как раз где-то файл находится. Так, где-то он. А, вот вижу. Эх, как, а? Все-таки мог раньше все это взять. Кроме одного, если не точно, точнее, кроме одного файла. Так, ладно, берем этот файл, идем дальше. Так, наш дальше в следующей комнате. А, где у нас, в общем-то, стелс был-то. Стелс-миссия проходила. Перед тем, как встретиться с пингвином из Дефстроука. Так, надо здесь еще посмотреть, где здесь находится этот файл. А, где-то он сзади. Еще один спереди. Наверное, либо под вентиляцией, либо... Точнее, это вентиляция, либо искать придется. Наверное, мне так кажется, больше всего вероятнее. А, вот и он. Вот и он. Отлично, нашли. Нашли еще один файл. Продолжаем двигаться дальше. Остался последний еще найти. Вот. Где-то тоже в этой комнате. Ближе, блин, ближе к кабинету пингвина. То есть так можно назвать его, конечно. Так, где-то он. Так, с этой стороны, по-моему, можно зайти и с этой. А, вот, точнее, с этого места. Так. Вот и он. Вот последний раз файл этот пингвина. Отлично, все нашли. Теперь можем идти отсюда убираться. Так что придется, наверное, вырезать это на обратно возвращение это место. Так, дверь открыть можно? Да, смотри-ка, здесь можешь погулять. Только здесь файлов, по-моему, еще уже нету. Посмотрю-ка я. Все я взял там. Да, оказывается, все я взял. 12 и 12, отлично. Все файлы мы взяли здесь. Можно отсюда переубираться. А, Марика. Его даже здесь уже нету. В прошлый раз он здесь как раз у нас был. Это сейчас спалился из своего кабинета. Ну, блин, дает. Куда испарился этот пингвин? Чертов. Только что как раз в прошлый раз был здесь. Он уже смотался. Дефстроук никто не убрал даже. Ладно, идем отсюда. Убираемся. Сюда можно больше уже не возвращаться. Все файлы мы взяли. Хотя не знаю, вырезать этот момент. Так-то не так что бы это дело придется. Так, был короткий способ используем. Там, конечно, все это немного будет длиннее проходить. Заново-то.
Так, сюда иду, правильно? Точно. Фу, отлично. Забрались моментом. Этим местом. Нашли все файлы. Осталось, в общем-то, еще бы искать, наверное, здание это. Что еще нам осталось-то? Наверное, все уже. Все места не облазил. Только снаружи, в самом городе Готэм придется искать эти файлы оставшиеся. Так, по-моему, все, что я уже смог, обыскал уже. Так, ладно, уходим. О, не понял. Какого хрена подсказал? Какого хрена вы здесь объявились-то, ёпрста? Уходите на сюда нафиг. Блин, снайпер долбанный. Нифига себе, хорошо его снайпера вырубил. А, испытание одно прошло, отлично. Заодно. Красиво получилось, конечно, но... Чё-то меня заставили расплох, блин, я их не ожидал здесь видеть. Какого хрена они снова, блин, респаунились, черт, ненавижу этот респаун, блудный. Ой, чертов респаун. Так, ладно. Чё-то мне там по испытаниям интересно. Так, ладно. Ой, идем дальше. Следовать файлы в сети. Точнее, эти файлы искать. Наверное, башню еще взломать здесь будет. Вот что сделать. Блин. Эх, блин. Так, ладно, хотя бы выбрались сюда, да, черту. Какого хрена кто меня заметил-то? Ох, ёпрста. Блин, повезло. Не стреляй. Чёрт тебя дери, блин, ну. Так, а вот этот файл как раз находится где-то здесь. Чё, где его пропустить мог? Так, чё-то... так. Где показывает мне этот значок-то? А, вот куда. На контейнере, что ли? Так и есть. Либо на контейнере лежит, либо внутри контейнера. Так и есть. Внутри контейнера находится. Фу, так. Так, где же этот файл-то? Я что, на нем нахожусь, что интересно. Точно на ним нахожусь. Вот он. То, блин, достать его. Придется. Помучиться. Так, как им попасть сюда, интересно? До этих двух уровней тихонечко, пока есть возможность. Давай быстрее. Так, последний остался, чтобы они нам не мешали спокойно взять этот файл. Блин, идет сюда. Ну чтоб тебя дери. Так, надо вырубить. Так, сейчас поближе подойдет. Поглядим на шир. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Тебе не показывалось. Твои напарники мертвы. А, Марик, пошел в другую сторону, Мари. Слава. Как? Зараз, это заметил. Черт возьми, я думал, пошел в другую сторону. Из-за этого дотативного зрения меня даже не заметил. Так. Так, как все-таки по этому файлу попасть-то?
Понятно. Понятно, что надо сделать. Снова бумерангом проблема. Так не то. Так, она в этот раз промазал. Да, как вот. Ай, как неудобно тем бумерангом будет направлять. Так, отлично, попали. Все, теперь кал наш. Отлично, еще один найден. Так, следующий. Поближе к весту с птицей, тогда выполним, что ли. Так, в какую на сторону надо направляться? А, в ту сторону. Отлично. Одна краска из птицы выполним. Плюс... снова мутузится, что ли? Дружишки эти бандиты. А, блин, хотел. Заодно здесь фак раз находишь, что ли? Отлично. Укрывать. В контратаке я тут удар с ножом удалось сделать. Уходить. Блин, черт, я шиндар хоть как. Блин, ну... Так, ладно. Уже... Просто надоели с этими ножиками размахивать. Ах, столько было уже. Ком боже, 50 штук хотел набрать. Не получилось. А, блин, ну чёрт с ножками. Уже. Надоели. Отлично, так. Осталось допросить только и все. Мы с ним находится этот тайник. Точнее. Контейнер. They could have left something behind that points to their destination. Сканировать, так, ну сейчас посканируем, все это сделаем. Вначале бы надо понять, где находится тот файл, который я пометил. Где мне его искать придется. Где-то повыше, что ли? Наверное. Так, ну здесь я все, по-моему. Да, здесь я все уже находил. Где же? Так, вообще не в ту сторону. Где-то здесь вот находится. А, вот он. Блин, туда не заскочишь никак. А, не понял, как все-таки куда... Блин, куда он? Ёпрста. Ай. А как мне туда, интересно, заскочить-то? Сканировать. А как так, интересно, сканировать-то получится? Да. А, вот оно, это место, да, точно. Попробовать в ночной клуб My Alibi и сразиться с птицей, отлично. Так, как на квест нас ставит с тем птицей, на сколько процентов уже выполнен? Так, на 75 сразу же. Ух ты. Быстро как. Все же 25%, 25% было. Так.
Это что такое у нас? Транзатор, кажется, видимо, неподалеку находится. Тогда сейчас одного уничтожим тоже. Транзатор. Так, бумеранг. А вот он. Отлично. Готов. Так, теперь нужно будет найти этот файл, как попасть туда, интересно. Там у нас файл находится, это, по-моему. Как мне туда попасть, по небище? Это не так легко. А, хотя... Понятно. Может, спланировать получится. Да! И почему туда не могу... Блин, черт, за фигня какая-то. Понятно. Чё-то попасть-то не могу туда, интересно, почему-то. Странно. Блин, зацепиться туда нельзя, что-то. Ой, блин, ну что ж это игра такая-то? Блин, ну почему я не могу зацепиться? Туда попасть почему-то не могу, не пойму. Вот. Как мне это сделать-то? Странно. Вот. Сделано, конечно, все это. Да. Да, блин, не хочет значит туда зацепляться. Вот кем. А, хотя сейчас. Так, за это именно. Нет, блин, не за это зацепляться. Да, что-то не могу понять, чем дело, почему так нет, не получается достать его. Но не хочет и все как-то цепляться туда. А, как это? Во, наконец-то получилось. Отлично, взяли файл. Так, идем дальше тогда. Взломаем эту башню, что ли, заодно. Точнее, ту вышку последнюю. Оставшуюся. Последок. Как раз для того, чтобы его взломать, нам нужно было кривая граната, которая у нас до того момента не было, когда попробовали в прошлый раз. Так, попасться в ночной клуб? Да нет, мне пока не надо. Где он очень интересный, этот клуб? Где нам его искать? Посмотрим-ка. А, вот он где. Может, там он и найду оставшиеся два файла, возможно, эти компроматы-то. Так, кривая граната используем. Тише мне. Stay away from the tower, Batman. I've got work to do, and now you're just getting in my way. Уже бесится просто это никого. Уже, ух ты, что она здесь? Так, затыкаем эти дыры. Ух ты, нифига себе. Кто у нас здесь? Кто у нас здесь, а? Явно его люди. Так, еще. Так, мы попали. А, вот что у нас.
Сразу же не заметишь его, это место. Так, ага. Используем снова проблему Бэткок. Ой, проблему Бэткокать. Спрямся, в общем-то, отлично. Да, у нас Энигма продолжает жить, в общем-то, все злится просто. За то, что мы так легко проходим все головоломки. Да, блин, черт, кто мешает тут? А, офигеть. Как мне надо. А хотя их тоже не прох шандарахать-то. Да, блин, хватит уже. Ну, он нас вряд ли остановит, конечно же. Так, ну все, вот добрались мы наконец-то твоей башни. Пришлось, конечно, посражаться нехило. С его головорезами. Так, ну позамам последнюю, в общем-то, башенку. Так, ну черт, пароль, конечно, наверное, сложно будет подобрать. А, нет, а, все легко. I already have all the data I need. And as soon as I'm done uploading it, so will everyone in Gotham. There's still time for me to put an end to this. True, there is. Just not very much. It was a valiant attempt, though. You get an A for effort, but an F for impact. Ну да, время у нас еще есть. И все мы просто почти всего уже нашли так-то. Отлично, да. Самое главное, назад выбираться не надо будет через тот же проход, с которым мы вошли, в общем-то. Так, ну все, даже. Так, надо найти тот файл, который здесь поблизости находится. Попасть по нему, не по, по нему. Так, где он находится? Где я могу найти, интересно. Так, где с этой стороны? Посмотрим-ка. Так, где у нас он спрятался? Так, вот его. А, вот он. Ну да, здесь его, конечно, не так сложно найти, да и взять. Всегда просто поскочить под решеткой. Блин, потом еще надо набегу все это сделать. Ладно, так, все. Так, все, нашли мы этот файл. Берем, идем дальше. Так, ищем следующий. Так, немало нас придется еще поискать этих. Так, ну, что такое? Так, естественно, бумерангом придется пользоваться, наверное. Что нашим проблемам бумерангом? Что надо сделать? Не просто так все это открылось. Хотя не знаю, может не. А хотя нет, так и есть. А, отлично, попали. Да, сложновато было, конечно, это сделать, но нам удалось. Так, отлично. Один файл мы получили. Отправляемся на поиски нового. Так, и новый уровень. Отлично. Еще прокачаем. Теперь уже невидимого хищника будем прокачивать. Постепенно. Может, все лучше не смогу получить. Так, так, идем сверху вниз. Так, тихо, как сложно карте попасть, аж пометить территориатор чертовы. Всего лишь один, да, он издевается. А, я понял, что там. Так, блин, залезь, залезай, отпусти. А, а что происходит вообще? А, ловушка этих ниндзя. Отшивы. Ну ладно, сразимся с ними заодно.
А с ними легко справиться уже. Так-то. А шоком печатки подавно. Да, в эту когти мы их не поймаешь. Так, ну ладно, справились. Так, идем, отправляемся дальше. Так, где у нас вон мы-то находится? Ретранслятор только я чуть... Может, с той стороны? Блин, отлично, просто. С той стороны у нас полно бандитов, как оказывается. Да, немножко срановатая жигалунка. Такая у нас здесь ожидается. Так, не понял. Что там такое вообще? Так, я... А вот он файл как раз. Еще понять, что там надо делать. Ага. Немножко срановато, конечно, это сделано. Так, а это как мне... А, я понял, что надо сделать. Так. Вначале, я думаю, будет... Да, вот это. Так, не то. Вначале вообще-то это нажать, потом это... Блин, Диме, значит, это гели. Пометим сейчас потом, чтобы... Так будет удобнее, думаю. Отлично. Все, взяли. А, только обратно теперь как возвращаться. А, нет, обратно мы так сможем, думаю, взять. Все. Взяли тот файл. Так, ретранслятор, одно первое уничтожить. Так, он направление у нас находится. Понять сначала еще бы. Так, где-то в той стороне. Где-то в этой стороне вот так. Этот файл. Че, еще точнее ретранслятор. Так, вот у нас находится. Все, отлично. Разобрались. Так, теперь следующий у нас ищем файлы. Здесь, конечно, все просто. Здесь, конечно, некоторые проблемы все-таки возникают иногда. С некоторыми файлами сложновато бывает их получить. Блин, что там с оружием ходит? А, блин, повезло, какая? Троица. Лихая троица ходит. С пушащими. Блин. А, понятно, что надо сделать. Надеюсь, меня не заметят. Блин. Это будет очень... Эпик фейл полный будет. Отлично. Так, уложили всех. Теперь можно немножко... Поиском этих... Блин, да что поделить. Чё он из него выходит из боевой стойки? Непонятно почему вдруг. Не всегда. Так, пошли за первым файлом. Так, где у нас подарок второй находится? Сейчас посмотрим, как где у нас. Так, как бы где-то здесь он находится, только что-то не очень понятно. Так, может чуть пониже. Спуститься надо. Так, вот да, что-то не очень понятно. Что-то его как-то. Хорошенько спрятали. Этот файл. Как будто где-то здесь находится. Так, дверь у нас не открывается. Так, ну значит где-то... Блин, не то. Черт. Ну хотя... Помечается, что вот это место. Так, да, хотя, в общем-то, ничего другого не вижу.
Где мог еще быть этот файл? Странно немного, конечно. Что-то кажется. Куда они его закинули-то? Где же этот файл? Куда его забросили? Где мне его искать надо? Так, а это что такое? А, это ретранслятор. А, Валика, внизу что-то у нас есть. Значит, возможно, внизу находится этот файл. Мне так кажется. Блин, что-то лезть не хочет. Да, точно так и есть, наверное. Посмотрим, как здесь-то. О, блин. Вот, еще один ретранслятор нашли. Заодно. Да, шок 50 ким набирается сразу же целых 3 комбо. Нет. Да чтоб не спокойник. Так, отлично. Так, где же все-таки этот файл-то? Который не могу никак найти. Ну где же этот файл-то? Даже не его закинули, я просто. Чуть никак не найти его не могу. Да, немного странновато с этим файлом что-то. Куда же его идея, я просто. Куда можно было спрятать, не знаю, так, чтобы не найти. Так, здесь я точно все взял. Ну да, все. Не знаю, где-то сзади, что ли. Да, не могу понять. Что-то я пропустил. Че я мог пропустить здесь, а? Да нет, где-то он... Где-то он в той стороне. Все-таки должен быть. Блин, ну... Ты что за... Да просто, блин, чего ключ-то? Там не может залезть вообще нифига. Что за такое? Блин, да, что-то не могу понять, как этот. Странно его спрятали. Куда его... Куда же его спрятали, да? Не знаю, что. Странно. Не могу все найти вот. Ну не могу никак. Матрика. Ну дают. Здесь так все просто, конечно, найти с первого раза. Бывает. Офигеть. Ах, ладно. Бывают такие же места. Настолько сложные. Спрятанные, что. Попробуй найди. Так, ну ладно, идем дальше, ищем следующий файл. Да, хотел, чтобы еще в маске можно забраться. По пути. Хотя нет, хотя, ну ладно, попробуй-ка. Что-то его. Забыл про него-то. Про черную маску-то у нас забыли что-то. Куда у нас делось? Где у нас находится? Не знаю, его искать-то надо будет. Они сейчас... А, вот, да, церковь. Так, ну, войти, конечно же, сразу же не дадут. Придется собираться с этими головорезами. Поблизости находится. Holy crap. You seeing this? Come on!
О, сколько классно бежал. Я, может, наберу 50 комбо? Да, блин, как меня задолбали. Учитывая, послушай. Отлично, разобрались. О, да. Пора, думаю, с черной маской разобраться тоже. Что-то он давно с... Остался безнаказанным. Злые дела. Так, ну что ж. Смотрим. А, вот он. А, Марика, церковь, это та, по-моему, которую в Arkham City побываем еще. Только там как раз Харли Квинн будет, и Джокер. Ох, нифига, сколько всего. Да, что-то их... Так, а, вы здесь же турите. Гаргули-то есть, что-то я про них забыл. Сейчас мы с ними разберемся. Место прям знакомое. В трейлере как раз тоже момент показывали там один. Красиво мы с ними разобрались. С одним точнее пока что. Так, посмотрим, где еще у нас находится. Да, думаю, сначала разберемся с этим. Черт, я только бы не заметил. Говнюк труп. Так, вот это... Ох, с дробовиком-то на перевес. Ты какого хрена попёрся? Хватит кричать, ёпрсно. Ну, ну, точно. Эти двое повернулись. Вот как все что хорошо. Так, ладно. Ну, с этим тоже разберемся, думаю. Так, где у нас гаргулья, блин? Чё, за гаргулью будет зацепиться. Осталось только с двумя разобраться, но это все просто будет, думаю. Самое главное, запрыгнуть за спину. И пробовать, например, через эту-то штуковину. Отлично, все. Без потери жизни справились. Последний тайник с наркотиками. Так, где же ты, тайник здесь находится? А, что, в той стороне, что ли? Так я понимаю. Так и есть, в общем-то. Только что-то он спрятан, видимо, надежно. О, да-да, точно. Вот он. Что, неправильно пароль? А я думал, правильно. Вот, отлично. Saves me the trouble of having to hunt you down. You just don't know when to quit, Sionis. Guess we've got that in common. One way or another, I'm taking you in. And we can do this the easy way, or... Yeah, yeah, or the hard way. But I think you know my choice. Then we've got that in common, too. Take a crack! Oh, come on! Just die or... I've got the numbers here, Bat. Which means I've got the advantage.